Так, ну, свежее видео. Правда, снимать ходу тут нечего, поэтому буквально в двух словах. Сейчас посмотрим, что тут осталось. Еще раз повторяю, стоянка автоконфиската Брестского. Машин вообще, можно сказать, нету. Скорб. 89-й год. 400 рублей. $250. Мазда без ключа. 200 рублей. Пыжик. Был, по-моему, в прошлый раз. Мазда. 273 рубля. Короче, можно это на металлолом сдать и уже заработаешь. Я не помню, по-моему, тонна, по-моему, металлолома стоит то ли 600 рублей или 500 рублей. То есть за 200 купил, тонна там по-любому есть, уже 200 заработал. Ну, только чем отвезти, привезти. Так, что тут у нас стоит? Бульдозеры, экскаваторы. Вот. Мерседес этот ржавый. Никак его не продадут, никому он не нужен. Сейчас посмотрим, вроде говорят, ценники поменялись. Вот Скания, автобус стоит. Фашка, Вольво. 17 тысяч. Десятка. Скания 66 тысяч. Тридцатка. Автобус. Ну, на автобусе всегда такие цены держались. Вот DAF 460. Тоже седельный тягач. Ну, что, нормальная машина для работы. Ну, пожалуйста, Volvo. Просто F12. 2600. Это где-то там $1500. Чего, нормальная, крепкая машина. Кому надо. Стоит два транзита. 1500. 1433. Транзит 92 год. И 680 дизель. Непонятно, правда, мотор там есть, по-моему, полуразобранный. Ну что, на запчасти кому-то за $300, почему нет. Ну вообще, конечно, грустно все и печально. Вот за сеткой там кое-что есть, конечно. Вот там, смотрите, какой стоит транспортер. За что-то забрали. Да, такой весь какими-то с чемоданами, с красным крестом, с выведенным воздуханом, как, типа для каких-то гонок, что ли, а-ля Париж-Дакар. Вон Passat стоит, 6-й, на французских номерах, а 6-я, тоже где-то какой, 2002-3 год, Бора. Ну, это все хранение, то есть еще пока на рассмотрении все стоит. Так, что тут дальше смотрим? Это было. Блин, Мерседес за 3200, да кому он нужен? Альфа это тоже была. Короче, ничего нового я не вижу. А нет, вот Passat. Passat вот этого не было. Passat B3. Дизель. 2183. Чуть больше $1000. На дисках. Вау, какие там чахлы крутые. Сзади тут. Ага, походу контрабас какой-то возили. Так, Opel этот стоит. Ой, никому не нужен.
того, что творится. Восьмерочка 439 рублей. То есть $250. Ну вот этот что-то никак не купят. Крайслер, что-то, видимо, с ним какие-то проблемы. Ауди, Ренаут, Ситроен, этот тоже был. Ну что я вам могу сказать? Ну блин, вообще грустно все и печально. Там вот эти машины стоят, они уже продаются на запчасти. Сейчас посмотрим быстренько, что там есть. Сейчас я подойду. Посмотрите, ребята, обалдеть. Это же прямо из клипа, блин, группы Грибы. Тает лед. 1600 рублей, 72 рубля и 7 копеек. 1672 рубля и 7 копеек. Можно сразу его брать и практически сразу снимать в клипе. А потом взорвать его в конце клипа. Как у Сереги, по-моему, да, он там взорвался. ПАЗ 3205. Между нами тает лед. И что-то там еще. Такой же, да, по-моему, пазик. Между нами тает лед. Кстати, тут можно и клип прямо снять. Тут как раз такая обстановка. Так, Крайслер. Не он. Не ты, не он. 900 рублей, $450. Рено. Меган. Это что такое? Это Ауди когда-то было. 160 рублей. Скорб. Посад. Блин, кому это надо? Неужели это кто-то купит? Ну вот копеечка за 200 рублей. О, блин, какой салончик. Дедушкины чехлы. Я еще не удивлюсь, если эта копейка заведется и поедет. Вот, Ford Orion, по-моему, называется вот это вот. Ну, вот еще даже троечка есть 81 года. Да, вон. Карбюратор, трамплер, все на месте. Даже вон, по-моему, редуктор газовый, да, газовое оборудование стоит. Салончик. Кожа рожа. 297 рублей. Так, и еще один Ford. Еще один Орион за 550 рублей. Керясный. Ауди. Ауди, Ауди. Там вот еще два Опеля умирающих. Это Вектра. Блин, за 2000 рублей. Кому она надо? За 2000 рублей. Блин, нам нафиг никому не нужен на запчасти. За $1000, даже больше. Омега Б. Омега Б. Где-то со столбом, наверное, каким-то повстречалась. 850 рублей. $400. Ну тоже дорого. Ну блин, за что тут $400? Даже с учетом того на запчасти. Ну вот две толковых машины. Крузак и Хонда.
такая после 2007 года, по-моему. Это тут все было. Лансер тоже этот ничего. Сценик тоже не старый, за что-то забрали. Пыжик. Жигули. Еще один сценик. Ауди. Там вот Приус стоит тоже. Не старый. Вот это была гонка красная. Ну, когда-нибудь они поступят на продажу, я так думаю. Будем ждать. Ну что, дорогие друзья, собственно говоря, на этом все. Больше ничего тут я не вижу. С каждым годом все грустнее и грустнее становится. Даже не с каждым годом, с каждой неделей. Все, всем пока и до новых встреч.